Первый фрагмент – 15-я серия сериала «В конце ночи». Казым и Маджиде устраивают праздник из-за недавней их тайной женитьбы, чтобы предстать перед всеми как муж и жена перед светской стамбульской элитой. Но неожиданно этот праздник омрачит приход полиции, чтобы провести задержание Казыма. Вся семья Ишык в шоке от происходящего. Маджиде в ужасе спрашивает Казыма, что происходит, почему его забирает полиция. Недавно Казым узнал, что его мать все-таки пыталась убить Маджиде, а не сестра Есимин, как он считал ранее. Нермин устраивает истерику, что как это так, ее ребенок будет расти без отца. Маджиде вместе с Джихангиром поедут вслед за Казымом в полицейский участок. В надежде, что Казым придумал какой-то план, чтобы спастись. Госпожа Бюрин радуется, что если Казыму посадят, то Ахмед сможет занять его место в компании. Казым не может не думать, что Маджиде могла выйти за него только из того, чтобы отомстить Берин и Нермин. Берин придет с хорошей новостью к Сере и скажет, что хочет ее засватать своему сыну Ахмету, чем очень сильно удивит еще замужнюю Серу и одновременно обрадует. Берин придет навестить Казыма и скажет, что очень сильно переживает за него. Но Казым больше не верит словам своей матери, которая смогла так поступить с его любимой Маджиде. Что будет делать Маджиде, чтобы вернуть доверие Казыма? И неужели родная мать хочет посадить Казыма за решетку? Увидим в 15-й серии сериала «В конце ночи», которая выйдет 17 января в 20 часов ровно на телеканале Star TV.